Коммюнике Вселенского Патриарха Константинополя. В распространенном сегодня заявлении говорится, в частности, о прошении украинских властей предоставить право на создание в Украине поместной церкви. В коммюнике сказано, что Священный Синод во главе со Вселенским Патриархом Варфоломеем провел заседание и, среди прочих вопросов, рассмотрел обращение Украины. Патриархат получил от церковных и гражданских органов петицию о предоставлении автокефалии и принял решение тесно обсудить и скоординировать действия по этому вопросу с другими православными церквями.